Акция в поддержку участников спецоперации набирает обороты. В Одинцовском округе активно работает пункт сбора гуманитарной помощи. В рамках акции «Доброе дело» мы недавно вернулись из Донецка, отвезли ребятам вновь все необходимые вещи. Сейчас также приоритетным помощь остается для наших бойцов. И плюс Херсонская область, Белгород, мирные жители. Жители муниципалитета шьют, вяжут, приобретают необходимые вещи, пишут письма и снимают видеопослания с добрыми пожеланиями для наших бойцов. С февраля прошлого года уже собрали более 300 тонн гумпомощи. Потребности можно посмотреть у нас в телеграм-канале. Стандартно продукты, гигиена, товары для детей, ну и ребятам потребность, влажные салфетки, вода. Каждый раз к акции присоединяются все новые участники. Ежедневно с 9 утра и до 6 вечера все желающие могут передать необходимые вещи и продукты в пункт приема помощи, расположенный по адресу улица Маршала Жукова, дом 26. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».